загадочных обстоятельствах над Чернобыльской зоной отчуждения терпит крушение армейский вертолет. На поиски и спасение важного пассажира командование Объединенной коалиции отправляет группу военных сталкеров. По неизвестным причинам на военсталов начинается охота. Странные сообщения приходят на ПДА, их отправитель неизвестен. Мародеры, бывшие товарищи по оружию, мутанты, аномалии, встают на пути военсталов. С боем прорываясь через зону, неся потери, военсталы пытаются разобраться, что происходит, кто втянул их в свои коварные планы. Грузите ее. Итак, все готово. Можете отправляться. Она в глубоком сне, думаю, проблем быть с ней не должно. Не волнуйтесь, мистер Белов. Мы доставим ее по назначению. Отлично. Вас уже ожидают в лаборатории X-12. Генри, заводи! Я на вас надеюсь, капрал. Она очень важна. Проследите, чтобы все прошло по плану. Я вас понял, мистер Блофф.
смертельные аномалии. Опасные мутанты, анархисты и бандиты не остановят долг победоносной поступью, идущей на помощь людям, гражданам и планеты. Хватит бухать. Да я только одну бутылку выпил. Что с тобой, Дик? Нам всем неприятно, что твой братан попал в аномалию. Зона, ее побери, его не вернуть. Знаю. Но мне противно смотреть на свинью, которая выжрала уже три бутылки. Иди спать. Живо. Вот тебе приехали, то пьем, то не пьем, достали уже. Мы с курганом посидим еще. Ну шо, старина, собираешь, что ли? Собирай всех, выдвигаемся. Зона компенсацию за братана решила вернуть. Что еще за хрень? Понял. Стреляй, перетелай наружу. У нас гости.
все вопросы потом. Идем к военной базе. Так, то, что нужно. Вы почти на месте. Идите вперед, я задержу их. Как идет эксперимент? Все идет по плану.